В эфире радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла». Название данной программы «Теория эволюции. Этические последствия». В предыдущих программах мы провели критический анализ основных столпов теории эволюции. Мы пришли к пониманию. Идейная база, фундамент эволюционной теории является ложным. В данной программе мы рассмотрим, какое влияние оказывает теория эволюции на практическую жизнь отдельного человека и на жизнь всего общества. Прежде всего, мы обратимся к библейскому пророчеству. Господь Бог открыл в видениях апостолу Иоанну перспективу будущих событий. В книге Откровения представлены события времени конца. В пророческой серии видений о семи трубах в четвертой трубе представлен символ Библии – Слово Божие. Там сказано: «Был период, когда поражена была только третья часть солнца». То есть в определенный момент истории Священное Писание было скрыто частично. В пятой трубе ситуация стала еще хуже. Там сказано, что вышел дым из кладезя бездны и помрачилось все солнце. Во времена темного средневековья у людей не было никакого доступа к Священному Писанию. В шестой трубе эскалация нарастает еще более. Здесь образно описана последняя, самая массовая в истории атака темных сил на библейскую истину. В данном видении апостол Иоанн видит конное войско. Число конного войска было две тьмы тем. Здесь описан масштаб нашествия. Однако какое оружие у данного войска? Сказано: от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Губительная сила данного войска заключалась в устах. Уста в книге Откровения – это оружие в духовной борьбе. Поэтому здесь представлено противостояние не военное, а идеологическое. В других видениях Иоанн видит всадника на белом коне. Это образ евангельской вести, сказано: имя ему – Слово Божие, и из уст его исходит меч истины. Здесь в символическом виде показано: дьявольская идеология, заблуждение противостоит истине, Слову Божию и Евангелию. Из уст всадника на белом коне исходит жизнь, евангельская весть спасает, дает надежду, веру, жизнь. Однако из уст страшного дьявольского войска исходит смерть. Философские и религиозные заблуждения ведут к роковому отчаянию, безнадежности и массовой погибели. Видение шестой трубы – это период, который хронологически соответствует периоду XIX века. В данный период возникает эволюционная теория Дарвина. Несмотря на то, что во времена темного средневековья не было доступа к Библии, люди все-таки по-своему продолжали веровать в Бога. Однако теория эволюции не только сокрыла Слово Божие, она уже полностью отрицала существование Бога. Вера в Бога-Творца была подменена верой в миллионы лет эволюции. В данном библейском пророчестве показана природа возникновения эволюционной догмы. Давайте рассмотрим ряд серьезных разрушительных последствий теории эволюции для общества. Мировоззрение – это выбранная человеком система убеждений. Мировоззрение можно сравнить с корнями дерева. Дерево, в свою очередь, приносит плод. Нравственное поведение человека – это и есть плод убеждений человека. Библейское мировоззрение основано на особом откровении Бога. Согласно Библии, Творец создал человека и установил морально-нравственные законы. Корни библейского мировоззрения приносят и свой морально-нравственный плод. Верующий человек несет ответственность перед Богом, и поэтому он послушен принципам закона Божия. Какие плоды приносит материалистическое мировоззрение? Теория эволюции отвергает существование Бога.
тогда нет ни перед кем и ответственности, нет высшего закона, нет и никаких моральных абсолютов. Атеист руководствуется не высшим законом. Он движим инстинктами, чувствами, своим мнением, ситуационной этикой. Человек сам решает, что правильно, а что неправильно. Профессор философии Джонатан Сарфати говорит: «Если все появилось само по себе, получается, мы всего лишь мешки преобразованной тины. Тогда что такое убийство? Это всего лишь воздействие одного химического мешка на другой. Материалистическая наука не может сказать вам, что убийство – это правильно или неправильно», – говорит автор. Каким должен быть эволюционный мир? Это должно быть выживание наиболее сильных и агрессивных. Тогда изнасилования, грабежи, несправедливость не противоречат эволюционной стратегии. Во всех подобных случаях тот, кто сильнее, тот и прав. Ему необходимо выживать, поэтому он действует согласно данному принципу. У атеиста нет объективного основания, чтобы сказать, что это правильно или неправильно. Помимо этого, если человек просто результат космической случайности, высокоорганизованное животное, какова его ценность? Эволюционная парадигма ведет также к обесцениванию человеческой жизни. Какую перспективу открывает подобная идеология? Пауки поедают друг друга, хищники ищут свою добычу. Эволюционная теория привносит подобную мораль и в жизнь человека. Мир содрогается от ужасов, зла, насилия, несправедливости. Добрачные и внебрачные отношения – сегодня это норма. Аборты – почему бы и не прервать нежелательную беременность? Если кто-то стар и непродуктивен – это бремя для общества, почему бы им не помочь на этом пути и избавиться от них? Подобный перечень можно бесконечно продолжать. Этика – это отражение системы убеждений. Каковы трагические последствия, масштаб и разрушительная сила теории эволюции? Эволюционная парадигма оказала влияние практически на все сферы. Она оказала влияние на науку, образование, религию, политику, мораль. Идеология теории эволюции привела к самым кровопролитным войнам в истории мира. Фридрих Ницше, вдохновитель неонацизма, находился под влиянием теории Дарвина о естественном отборе. Он писал: «Слабые и неудачники должны погибнуть, и им должно еще помочь в этом». Он задается вопросом: что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. В пропагандистском фильме 1937 года в Германии был продемонстрирован обезображенный инвалид, после чего заявлялось: «Все слабое неизбежно погибнет в природе». Последние несколько десятилетий человечество тяжко согрешило против закона естественного отбора. Мы не только поддерживали жизнь больных людей, но даже позволяли им размножаться. Указывая на инвалида, ведущий продолжил: «Потомки больных людей выглядят как этот человек». Из эволюционной идеологии исходила также идея расового превосходства. Высшие арийские расы – это расы, которые якобы эволюционировали выше, чем другие. Есть менее развитые низшие расы – люди с ограниченными возможностями. Это недочеловеки. Эти дарвиновские идеи нацистская Германия пыталась притворить в жизнь. Выживать должны были наиболее приспособленные, а недоразвитые, слабые, неприспособленные – их нужно было отбраковывать. В Германии того времени появилось первое в мире евгеническое общество. Эволюционная наука евгеника предоставила оправдание всем преступным указам. Идеология теории эволюции породила самые кровопролитные за всю историю человечества акты геноцида и массовых убийств. Каковы плоды и последствия эволюционной идеологии? В 20 веке во имя атеизма было убито 130 миллионов человек. Чем оправдывали смерть миллионов? Согласно данной идеологии, это остался улучшенный выживший генофонд. Когда человек отвергает Бога-Творца, Его Слово и Его Откровение,
это всегда приводит к страшным и трагическим последствиям. Извлекли ли мы из истории какие-либо уроки? К большому сожалению, эволюционная идеология продолжает преподаваться в школах и университетах. В таком случае стоит ли удивляться последствиям? Результат налицо. Рост моральности, преступность, наркомания, алкоголизм, суицидальные настроения – эта деструктивная идеология прямо ведет к разрушению основ морали и нравственности. Подобная философия ведет к тем же трагическим результатам, которые мы видели в истории. Итак, что является универсальной измерительной тростью в определении того, что есть хорошо, а что плохо? Человек создан по образу и подобию Бога. Каждый человек обладает совестью. Бог заложил в человека чувство добра и зла. Господь Бог установил моральный стандарт, закон Божий. Убийство, прелюбодеяние, воровство – это неправильно. Исключительно потому, что это небесный стандарт, внешний ориентир. Только данный стандарт позволяет различить добро и зло. Принципы закона Божия были обобщены в заповедях «Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя». Помимо создания этических норм, Творец создал человека со свободной волей и чувством ответственности перед Богом. Знание закона Божия, рациональное мышление, свободная воля, а также личная ответственность перед Богом дают человеку возможность тщательно обдумывать информацию и делать правильный выбор. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса.